Приветствую всех на моем канале «Мгновение». Мгновение моей жизни. Итак, сегодня встреча с блогерами. Организовал эту встречу блогер Михалыч USA, канал называется. И народ подтянулся, пришел и знакомится здесь. У нас уже начался обед. Жарится мясо, шашлык. Вот здесь вот уже одна порция ушла на стол. Здесь вот бургеры, сосиски. И народ собрался для общения, для знакомства. И здесь собрались блогеры также. И один из блогеров, пожалуйста, представьтесь и свой канал представьте. Сергей, меня зовут. И канал «Америка глазами других». Так, Михалыч USA. Да. Пожалуйста, в полном репертуаре. Здесь новые люди, которые недавно приехали в Америку. И те, кто уже старожилы, как то говорится. Старички. Вот наши знаменитые толстяки. Влог Толстяка канал. Лена и Роман. Они здесь тоже присутствуют на этой встрече. Вот Рома. Влог Толстяка канал называется. Пожалуйста, подписывайтесь, присоединяйтесь, просматривайте. И мы так культурно, приятно общаемся, знакомимся, проводим этот день. Стол накрыт, шашлык пожарен. И все, кто смотрит YouTube, все, кто в этой теме, собрались здесь и наслаждаются этой приятной встречей. Вот тоже блогер, кстати. Представьтесь, пожалуйста, то... Оля Синеева USA. Как ваш канал называется? Оля Синеева USA. Оля Синеева USA. Пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо. Смотрите, очень спасибо. Приятно с вами познакомиться. Что хочешь? И вот у нас здесь вот такой вот сладкий стол будет. Вот здесь у нас трапезный стол. Все есть. Мясо, салаты, шашлык, сыр, огурчики, помидорчики. Все, что хочешь. Марина, когда мы здесь не были? 17-18. Товарищи, как вы вообще довольны встречей этой? Довольны этой организацией этого мероприятия? Значит, давайте тогда как-то определимся и хотя бы раз в год встречаться вот так вот, делать такие встречи, делать такие пикники и общаться, рассказывать о своих достижениях в этой жизни, кто чем занимается, кто чего достиг, кто как устроился. И давайте дружить вместе. А сейчас специально для одного из наших подписчиков, который мне написал в комментарии, что Михалыч не будет кушать сало украинское. Я хочу пригласить Михалыча и вместе с ним, пожалуйста. Танцевать не буду, Вадик, с тобой. Нет, пожалуйста, подойди к столу и покажи всем, а тем более подписчикам, как ты кушаешь сало. Согласен, в принципе, но не все. Да, ну, кстати, очень, я уже попробовал, да, вторая попытка.
Да? Я же с Кавказа человек, поэтому я... Вот человек с Кавказа. Вы-то меня салом-то не убьете. Да. А мы с Украины. Да. Наше национальное блюдо. Михалыч. За мир на земле. Будь здоров. За мир во всем мире. Вот так вот мы сало кушаем. Хлеб правильный к салу нужен, правильно? Отлично, Вадик, отлично. Спасибо. Вот так мы отмечаем нашу встречу. Все на позитиве, все довольны. Прекрасное время. Отличный стол. Много новых знакомств, новых людей, с которыми мы сегодня познакомились. И надеюсь, будем общаться, дружить. Смотрите наши каналы. Подписывайтесь. И всем всего доброго. Пламенный привет. Категорическое приветствие от всех. Особенно от Михалыча и его семьи. Большой привет от Ромы с Леной. Привет. Приятных вам просмотров и всего хорошего.